Це робота авіації, пане Романе, нашої, використання авіабомби GBU-39. Що варто зазначити, що Сполучені Штати Америки замовили для України ці ж ракети на виготовлення, авіабомби на виготовлення на суму 6,9 мільярдів, 7 мільярдів доларів. Ну, окрім України, там ще інші країни є, і Болгарія в тому числі, але загалом все спрямоване більше для України. Наскільки це серйозна зброя, наскільки це велика кількість авіабомб, якщо мова про 7 мільярдів? Ну, их производят уже десятки лет. Очень хорошая авиационная бомба. Ну, можно сказать так, в 4 раза меньше КАБа российского, там, 500-ки. Но высокоточная, КВУ у нее 1,5–2 метра. Ну, мы видим по видео попадание конкретно в цель с поражением полным. Их могут сейчас наши самолеты МиГ-29, оборудованные подвесами под подъем этих авиационных бомб, уже даже МиГ-29, не говоря об Ф-16, стандарты для них боеприпас, выполнять боевую задачу на глубину в 110 километров. То есть при сбросе авиационной бомбы на высоте в 10 километров при околозвуковой скорости она еще планирует 110 километров. Эта же авиационная бомба сейчас внедрена в комплекс GLSDB. Это та же авиационная бомба. У нее длина около 1,80 метра, ну, грубо до 2 метров длины. Ее усаживают на ракетный ускоритель от ракеты М-26 Хаймерса. Запускают в таком виде практически 3,6 метров, там, до 4 метров получается такая ракета изначально, которая забрасывает эту же самую авиационную бомбу на высоту километров 8–10, разгоняет ее до сверхзвуковой скорости, и дальше она уже планирует еще плюсом 110 километров, и это уже получается 150 километров. Потому сама по себе авиационная, планирующая авиационная бомба, она получается 2 типов базирования, авиационного и наземного Хаймерсов. Выполняет высокоточный, то есть выход на цель точный, поражение, боевая часть 90 килограмм, ну, стандартная боевая часть, в принципе, как у ракеты для Хаймерса М30 и М31. Это стандарт для американского вооружения такого уровня. И заказали действительно довольно-таки большое количество этих авиабомб, значит, хороший показатель их применения. То есть и F-16, и МиГ-29 наши, Хаймерсы уже в виде GLSDB эту бомбу будут использовать. Пане Романе, по Вовчанської деталі з'ясовується, що атака, яку намагалися здійснити росіяни, обернулася для них просто таки феноменальним розгромом. Тому що вже підтверджено від нашої 57-ї бригади мотопіхотної, що вони ліквідували мінімум 100 росіян при їхній атаці. Там десятки техніки було, тобто все було розтрощено. Вони намагалися помститися, так би мовити, за втрату позицій в агрегатному заводі Вовчанську. Ну і поплатилися за останні місяці. Це найбільші втрати росіян за одну атаку на фронті. После того, как Главное управление разведки зачистило агрегатный завод в Волчанске, россияне потеряли выгодную позицию. Даже в оперативном окружении эта позиция давала возможность россиянам по этому направлению удерживать некую линию обороны, либо как плацдарм для дальнейших наступательных действий. Почему за этот агрегатный завод шли такие серьезные бои, пришлось подключать профессионалов ГУР для его полной зачистки. Сейчас россияне пытаются восстановить контроль над этим направлением, но у них не получается. Пытались в том числе и достаточно большой колонной техники выполнить заход. Но любая техника в городских условиях, она теряет боевую... Во-первых, она становится хорошей целью для дальних средств поражения и артиллерии, и FPV, особенно FPV-дронов, из-за снижения маневренности. И она теряет, естественно, как минимум половину боевой мощи из-за того, что рядом находятся здания и сжат обзор и сжаты направления по стрельбе. Потому техника – это такой подарок, называется, под уничтожение, если есть дальние средства. Вот россияне попались в эту ловушку. Нельзя заводить технику в города. Ну, это аксиома. Она будет однозначно уничтожена, если у противника есть достаточное количество средств. Пане Романе, ви згадали про ГУР. Відомо, що 1 жовтня в День захисників та захисниць України під координацією Головного управління розвідки тимчасово окупованому Мелітополі було ліквідовано і підірвано цілу вантажівку ВАЗ-2110 з 3 окупантами. ГУР каже, що вони все скоординували. Загалом в головному управлінні розвідки кажуть, що вони дуже прискіпливо ставляться до відбору, до рекрутингу в свої лави. Та й найголовніше, що Кабмін дозволив військовим частинам набирати бійців в обхід ТЦК. Это правильное решение. Давно об этом мы с вами уже второй год об этом говорим. Я, правда, над этим вопросом бьюсь еще с 2014 года, когда ставили наших ребят, которые стали сразу на защиту Донбасса, донецких наших, пытались поставить непосредственно в определенные части. Было очень сложно это сделать. Только единственное хорошее отношение с военковыми, мои личные, дали возможность в части заводить ребят. То есть те, в которые они служили иногда по году. Бывало, год человек служит в части, он в ней оформиться не может. И вот эти проблемы 10 лет тянулись. В конце концов прислушались, уже криком кричали в течение 2 лет, надо открывать механизм прямого рекрутинга. Именно он, это прямой рекрутинг непосредственно в бригады, даст возможность, во-первых, правильно подготовить личный состав, если он принят на службу, ввести определенный такой жесткий отбор по профпригодности тех, которые будут приходить непосредственно в бригаду. Вот попробуйте, попадите, допустим, в тот же ГУР, а там такое сито, одного там из 10 принимают. То есть реально заявок, сотни заявок через рекрутинговый центр непосредственно в Главное управление разведки. Они открыты, кстати, в силах спецопераций. Главное управление разведки, службы безопасности, спецподразделения. Надо просто еще найти и попробовать туда попасть. Это сложный отбор. Так вот, только в таком случае становятся в строй профпригодные, мотивированные бойцы. И это хорошо, что сейчас лучше позже, чем никогда. Это первый шаг. Следующий шаг, надо будет реформировать ТЦК, заводить полностью все эти 50 тысяч хорошо подготовленных воинов, только непосредственно вместе с бусиками. Сейчас бусики нужны для подвоза и вывоза, допустим, тех же раненых с поля боя. Заводить их непосредственно в бригады, и пусть выполняют свою задачу уже в бригадах. Вот, то есть, а так как динамика боев очень такая последовательная, надо готовить непосредственно в бригадах теми людьми, теми инструкторами, которые участвуют в бое. 3-4 месяца и полностью картина боя меняется за счет новых средств поражения и механизмов их применения. Потому это надо непосредственно в бригадах делать. Ну вот это первый шаг, это плюс большой. А ГУР показал свою профпригодность, профессиональную подготовку полную. В тылу противника уничтожает, в тылу врага уничтожает противника, не исходя из своих возможностей. Это то, чем будет заниматься ГУР еще в течение 15-20 лет после нашей победы. Надо будет найти всех до последнего россиян, которые, или не россиян, неважно, тех террористов, которые участвовали в геноциде украинского народа, их уничтожить.